Шри Кришна Чайтанья Прабху Даякара море Томабина Кедая Халом Джагата Самсарим. Шри Кришна Чайтанья Прабху Даякара море Томабина Кедая Халом Джагата Самсарим. Патита Павана Хетам Тавайаватарам Масама Патита Прабо Напайвехарам. Патита Павана Хетам Тавайаватарам Масама Патита Прабо Напайвехарам. Аха Прабо Нитянанда Премананда Сухи Крипа Бало Канако Хоро Ами Баро Духим Даякара Шьяча Даякара Сита Пати Адвайта Госай Тава Крипа Бале Пай Чайтанья Нитай Аха Сваруп Санатана Рупа Рагуната Бхата Джуга Ши Джива Прабху Локанатам. Даякара Ши Ачарьям Прабху Шринивасам Рамачандра Сангамаге Наратама Дашам. Шри Кришна Чайтанья Прабху Даякара море Томабина Кедая Халу Джагата Самсарим. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джая Гауранитай, 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 Джая Гауранитай. Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шрила Прабхупад. Джай Джай О Прабхупад, 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 Джай Шрила Прабхупад. Джай Джай О Прабхупад, 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 Джай Шрила Прабхупад.
Джай Джай Шри Чайтанья, Джай Нитьянанда, Джай Адвайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вринда, Джай Джай Шри Чайтанья, Джай Нитьянанда, Джай Адвайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вринда, Джай Джай Шри Чайтанья, Джай Нитьянанда. Джая Двайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вриндам. Шри Чайтанья Чаритамрита Ки Джай. Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами Ки Джай. Всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Премананде. Итак, дорогие преданные, мы пытаемся служить прекраснейшему священному писанию Шри Чайтанья Чаритамрите, потрясающему нектару бессмертия. Каждое слово пропитано премой, исходит от према бхакт и с комментариями Шрила Прабхупады и Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. Все они высочайшего уровня према преданные, према бхакты. А наши ачарьи исходят по парампаре, это писание. И сам Господь Шри Чайтанья Махапрабху беседует. Здесь 24 главу мы читаем Матха Лилы с Шилой Санатаной Госвами, объясняя стих Атмарама, и сейчас приводит он пример чудесного превращения охотника в чистого преданного по милости Шилы Нарада Муни. Мы читаем 277 стих. Декья вятера према парвата махамуни нарадере кахетуми хауспашамани. Когда Парвата Муни увидел, в каком экстазе любви пребывает охотник, он сказал Нараде Муни: «Поистине ты философский камень». Комментарий Шрила Прабхупады. Когда философский камень касается железа, оно превращается в золото. Парвата Муни назвал Нараду Муни философским камнем, потому что, соприкоснувшись с охотником, который был низшим из людей, Нарада превратил его в возвышенного и совершенного вайшнава. Возвышенного и совершенного вайшнава превратил. Не просто преданного превратил Нараду Муни, а превратил его в возвышенного и совершенного вайшнава. Чистого вайшнава, то есть. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что уровень вайшнава можно определить по тому, в какой степени он является философским камнем, то есть скольких людей за свою жизнь он превратил в вайшнава. Вайшнав должен быть подобен философскому камню, чтобы обращать людей в вайшнавизм, проповедуя им, даже если это такие же падшие люди, как тот охотник. Есть немало так называемых возвышенных преданных, которые сидят в уединенном месте, заботясь лишь о собственном благе. Они не выходят к людям проповедовать, не обращают вайшнавов других людей, поэтому их, конечно, нельзя считать спаршамани, возвышенными преданными. Конечно, атикари не способен превращать людей в вайшнавов, тогда как вайшнав матхьяма атикари способен делать это своей проповедью. Шри Чайтанья Махапрабху наказывал своим последователям увеличивать число вайшнавов. Яреде катаре каха Кришна упадеш амара гьяна гуру хана таре идеш. Чайтанья Чаритамрита Матхья Лила 7.128. Шри Чайтанья Махапрабху безусловно желает, чтобы каждый стал вайшнавом и гуру. Шри Чайтанья Махапрабху безусловно желает, чтобы каждый стал вайшнавом и гуру. Следуя наставлениям Шри Чайтанья Махапрабху и его последователей в цепи ученической преемственности, можно стать духовным учителем, поскольку метод очень прост.
Можно отправиться куда угодно и проповедовать наставление Кришны. Наставление Кришны – это Бхагавад-гита, поэтому обязанность каждого вайшнава путешествовать и проповедовать Бхагавад-гиту, неважно, в своей стране или за границей. Это проверка на спаршамани, или способность следовать по стопам Нарада Муни. То есть здесь стих «Кришна Упадеш», когда приводятся слова Господа Шри Чайтани Махапрабху, слова Кришны, наставления Кришны. «Кришна Упадеш» значит слова или наставление Кришны, это то же самое. Каждое слово Кришны – это наставление для его последователей. Поэтому здесь Шрила Прабхупада говорит, Шри Чайтанья Махапрабху безусловно желает, чтобы каждый стал вайшнавом и гуру. Следуя наставлениям Шри Чайтанья Махапрабху и его последователей в цепи ученической преемственности, можно стать духовным учителем. Поскольку метод очень прост, можно отправиться куда угодно и проповедовать наставления Кришны. Наставление Кришны – это Бхагавад-гита, поэтому обязанность каждого вайшнава путешествовать и проповедовать Бхагавад-гиту, неважно, в своей стране или за границей. Это проверка на спаршамани или способность следовать по стопам Нарада Муни. То есть проповедовать Бхагавад-гиту, слова Кришны, Кришна Упадеш, значит все говорить то, что в Бхагавад-гите Господь Шри Кришна говорит. То есть ничего не меняя, ничего не боясь, не боясь сказать «это Кришна», не боясь сказать «манманабхава, матбхакто, предавайтесь Кришне». Станьте его преданным, как сам Кришна говорил в Бхагавад-гите. Не боясь сказать то, что говорил Кришна, не скрывая книги Кришны, сознание Кришны. Иногда люди боятся, распространяя книги, боятся говорить о Кришне. Эти люди неофиты, потому что математикари не может бояться говорить о Кришне. Неофит, новичок, он всегда боится. Ну, неофиты тоже разные бывают. Кто боится, кто не боится, правду говорит. Но из них есть те, которые боятся. И это очень прискорбно. Такой человек лучше, чтобы не проповедовал. Потому что кто боится сказать, что это Кришна, это такое состояние, что не подготовленное к проповеди. Но когда человек не боится говорить о Кришне прямо, его вера сильна, его вера находится на непоколебимой стадии, ништита бхакти. Поэтому он может быть математикари. Математикари тот, у кого вера непоколебимая, и он говорит то, что говорит Кришна, ничего не меняя. Такие люди должны проповедовать, они могут быть бесстрашными и каждого уговорить предаться Кришне. Поэтому величайшие уттама-адхикари, они спускаются во время проповеди на этот уровень матхи-адхикари, чтобы видеть разницу и проповедовать каждому индивидуально. Дальше 278 стих. Парвата Муни продолжал. «Дорогой мой друг Нарада, ты славишься как мудрец среди полубогов. По твоей милости даже такой дикарь, как этот охотник, может обрести привязанность к Господу Кришне». Комментарий Шрила Прабхупады. Чистый вайшнав верит в утверждение шастр. Приведенный здесь стих, цитата из Канда Пураны, одного из ведийских писаний. Нарада кахе вайшнава томар анна кичу ая, вятта кахе яре патхау сей дия яям. Затем Нарада Муни спросил охотника: «Дорогой вайшнав, есть ли у тебя какой-то доход, чтобы поддерживать свое существование?» Охотник ответил: «Дорогой духовный учитель, все люди, кого бы ты ни послал к нам, приходят не с пустыми руками». Комментарий Шрила Прабхупады. Здесь подтверждается стих из Бхагавад-гиты 9.22, в котором говорится, что Господь удовлетворяет все потребности своего преданного вайшнава.
Нарада Муни спросил бывшего охотника, как он получает средства к существованию, и тот ответил, что каждый, кто приходит к нему, дарит ему что-нибудь нужное. Кришна, пребывающий в сердце каждого, говорит: «Я лично забочусь об удовлетворении всех потребностей вайшнава». Господь может приказать любому исполнить это его обещание. Господь может приказать любому исполнить это его обещание. Каждый готов дать что-нибудь вайшнаву. Если вайшнав полностью занят преданным служением, ему не нужно беспокоиться о своем содержании. Здесь вопрос веры. Человек находится на таком уровне непоколебимой веры, что если он просто день и ночь служит Кришне, все его потребности будут обеспечены. Дальше. Бывший охотник сказал: «Пожалуйста, не посылай нам так много зерна, посылай ровно столько, сколько необходимо, чтобы прокормить двоих, не больше». Комментарий Шрилы Прабхупады. Бывший охотник не хотел, чтобы у него скапливалось продуктов больше, чем могут съесть два человека. Вайшнаву не к чему запасаться едой на завтра. Он должен довольствоваться тем количеством зерна, которого хватит на сегодня. На следующий день вайшнав снова должен полагаться на милость Господа. Вот в этом-то смысл, почему вайшнав не должен накапливать. Это один из принципов денег и продуктов. Больше, чем на один день. Потому что вайшнав всегда должен ставить себя в зависимость от милости Господа, в том числе в своем пропитании и поддерживании. Если он накапливает больше, чем надо, это означает, что он не верит, что каждый Божий день и каждый Божий час Господь о нем заботится. Он думает: ну, я запас сделаю на 15 дней, на месяц, на 2 месяца, на год. Ну, мало ли что, может быть, Кришна будет занят и позабудет обо мне. На самом деле не будет занят, он не позабудет. Поэтому если у Кришны хранится все возможности и все зерно, и все пропитание, так зачем не верить в это, что каждую секунду Кришна о каждом своем ребенке, то есть о каждом живом существе, о каждом муравье, о каждом атоме, о каждом насекомом заботится. Это есть совершенная непоколебимая вера. Бывший охотник не хотел, чтобы у него скапливалось продуктов больше, чем могут съесть два человека. Уровень возвышенного вайшнава охотника мы видим. Вайшнаву не к чему запасаться едой на завтра. Он должен довольствоваться тем количеством зерна, которого хватит на сегодня. На следующий день вайшнав снова должен полагаться на милость Господа. Таково наставление Шри Чайтаньи Махапрабху. Однажды его личный слуга Говинда сделал небольшой запас плодов харитаки, но Шри Чайтаньи Махапрабху отругал его. «Зачем ты откладываешь про запас?» Шрила Рупа Госвами и многие другие каждый день шли от двери к двери, собирая милостыню. Им не приходило в голову превращать ашрамы в амбары с запасами пропитания. Не следует доверять материальным расчетам и думать: надо бы запастись продуктами на неделю. Зачем беспокоить Господа, заставляя его приносить нам пищу каждый день? Нужно быть уверенным в том, что Господь всегда обеспечит нас. Нет необходимости запасаться продуктами на следующий день. Здесь можно сказать еще, что мы не беспокоим Господа. Мы проявляем любовь, потому что Господь хочет проявить любовь к нам, заботясь о нас, о своих детях. И если мы запасаемся, тогда мы каждый день не даем возможность Господу проявить любовь к нам и дать нам то, что нам нужно, чтобы мы удивились и благодарили Его. То есть мы должны всегда понимать, что это нравится Кришне. Кришне нравится с любовью заботиться каждый день и каждую минуту о своих детях, живых существах. И мы должны это понять. Это любовная забота. Кришна любовно заботится, он не вынужденно заботится. Бога никто не заставляет любить своих детей.
Это очень важный момент. Поэтому вот эта вера, что Господь всегда обеспечит нас, это любовная вера. Это очень важно, чтобы мы поняли, что мы имеем дело с любовью Господа. Его забота, проявление Его любви. И мы должны всегда ожидать каждый день, ребенок ожидает любви родителей словом, делом, всячески. И это приносит бесконечное счастье ребенку и бесконечное счастье родителю. Дальше. Народа Муни похвалил охотника за то, что тот не хотел получать продуктов больше, чем на день. А затем благословил его, сказав: «Тебе повезло». С этими словами Народа Муни и Парвата Муни исчезли. Воистину ты очень удачлив. Ну вот здесь, вот это очень важно, дословный перевод тоже. Воистину ты очень удачлив. Итак, я рассказал тебе историю про охотника. Выслушав это повествование, можно понять, как могущественно общение с преданными. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Чайтанья Махапрабху хотел подчеркнуть, что даже охотник, низший из людей, может стать возвышенным вайшнавом, просто общаясь с Народой Муни или преданным в авторитетной школе учителей, которой принадлежал сам Народа. Таким образом, мы обнаружили еще три значения, продолжает Господь Шри Чайтанья Махапрабху, стиха Атмарама. Прибавь их к уже имеющимся, и тогда общее число рассмотренных нами толкований достигнет 26. Но есть еще одно значение, полное разнообразных смыслов. На самом деле в нем заключены два явных и 32 скрытых смысла. Удивительно. Два явных и 32 скрытых смысла. Комментарий Шрилы Прабхупады на 284 стих. Два явных смысла – это регулируемое преданное служение и спонтанное преданное служение. Помимо них есть еще 32 скрытых смысла. В категории регулируемого преданного служения насчитывается 16 смыслов, основанных на следующих трактовках слова Атмарама. Первый смысл – личный спутник, слуга Господа. Второй – личный друг. Третий – родитель или старший родственник. Четвертый – возлюбленная. Пятый – слуга, возвысившийся с помощью духовной практики. Шестой – друг, ставший таковым в результате духовной практики. Седьмой – родители и старшие, занявшие это положение благодаря преданному служению. Восьмой – супруга или подруга, достигшая этого уровня благодаря преданному служению. Девятый – зрелый преданный слуга. Десятый – зрелый преданный друг. Одиннадцатый – зрелый преданный родитель или старший. И двенадцатый – зрелые преданные жены или возлюбленные. Тринадцатый – незрелый преданный, играющий роль слуги. Четырнадцатый – незрелый преданный, играющий роль друга. Пятнадцатый – незрелый преданный, играющий роли отца или старшего. И 16-й – незрелые преданные, играющие роль возлюбленных. Подобно этому, в спонтанном преданном служении тоже различают 16 видов спутников Господа. Так, общее число разновидностей преданных, занятых регулируемым и спонтанным преданным служением, достигает 32. Атма шабде кахе сарвавита бхагаван. Эка своям Бхагаванара Бхагаван Акян. Слово Атма относится ко всем многообразным экспансиям Верховной Личности Бога. В первом значении это сам Кришна Всевышний, другие значения связаны с его различными воплощениями и экспансиями. Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово Атма относится также ко всем проявлениям Бхагавана, Верховной Личности Бога. Это значит, что у Кришны бесконечно много экспансий. Вот что о них говорится в Брахма Самхите 5.46. Дипарчиревахи дашантарам апюпетям
Дипаяте вивритахету самана дхарма. Экспансии Кришны сравниваются в этом стихе со свечами, которые зажигаются от одной первоначальной свечи. Все свечи имеют одинаковую силу, но одна из них является изначальной, от которой зажжены все остальные. Кришна – изначальная верховная личность Бога, и Он распространяет себя в Балараму, Санкаршану, Анирудху, Прадиюмну и Васудеву. Таким образом, существуют бесчисленные воплощения и экспансии, которые все относятся к категории Бхагавана, Верховной Личности Бога. Говоря о разнообразии личностей, относящихся к категории Бхагавана, Шрила Бхагаватам Сарасвати Такур утверждает, что Бхагаван Кришна – Верховная Личность Бога и что его экспансии также являются личностями Бога. Иными словами, Кришна, Верховная Личность Бога, является источником всех прочих личностей Бога. Философы, йоги, мистики тоже медитируют на форму Кришны, но образ Кришны, на который они медитируют, не изначальная форма Верховной Личности Бога. Тот Бхагаван есть лишь частичное проявление полной энергии Господа. Однако такое проявление Бога тоже следует считать Верховной Личностью. Чтобы яснее представить себе, о чем идет речь, нужно понять следующее. Кришна, сын Махараджи Нанды во Вриндаване, друг мальчиков-пастушков и возлюбленный Гопи, изначально Верховная Личность Бога. Достичь его можно только благодаря спонтанной любви. Его проявления также относятся к категории Верховной Личности Бога, однако их можно достичь исключительно с помощью регулируемого преданного служения. Тантераме ейсей саба Любого, кто постоянно занят служением Верховной Личности Бога, называют атмарамой. Есть два типа атмарам. Одни это атмарамы, занятые регулируемым преданным служением, а другие атмарамы, идущие путем спонтанного преданного служения. Оба типа атмарам, и те, кто заняты регулируемым преданным служением, и те, кто служит Господу спонтанно, подразделяются еще на четыре категории. Каждый – вечные спутники, спутники, достигшие совершенства благодаря преданному служению, и два вида тех, кто занят практикой преданного служения. Последних называют сатаками. Те, кто практикует преданное служение, бывают зрелыми и незрелыми. Следовательно, сатаки бывают двух типов. Поскольку преданные занимаются либо регулируемым, либо спонтанным преданным служением, и внутри каждого типа преданных есть четыре группы, всего насчитывается восемь разновидностей преданных. Байди бхакти нитья сита паришада даса сакагуру кантагана чаривита пракашам. Следуя путем регулируемого преданного служения, человек поднимается на уровень вечного совершенного спутника Господа. Становясь его слугой, другом, старшим или подругой, каждый из этих категорий включает в себя четыре подкатегории. Садана Сиддхадаса Сакха Гуру Канта Гана Джатарати Сатага Бхакта Чаривита Джана. Среди тех, кто достиг совершенства, практикуя преданное служение, есть слуги, друзья, старшие и подруги. Те же четыре категории есть и среди зрелых преданных.
категории регулируемого преданного служения есть также незрелые преданные. Они тоже делятся на четыре вида. Таким образом, в регулируемом преданном служении насчитывается 16 разновидностей бхакт. Рагамарге айче бхакте, шодаша випеда, дуимарге атмарамера, батриша випеда. На пути спонтанного преданного служения есть те же 16 категорий преданных. И так насчитывается 32 типа атмарам, наслаждающихся общением с Верховным Господом на этих двух путях. То есть 16 типов есть преданных на пути вади бхакти, регулируемого преданного служения, и 16 типов преданных есть на пути спонтанного преданного служения. И здесь мы остановимся, дорогие преданные. Мы прочитали с 277 стиха по 292 стих с комментариями Шрилы Прабхупады. Спасибо вам большое. Без любви мы не сможем понять Шри Чайтанья Чаритамриту, ни одно слово. Поэтому мы смиренно хотим послужить этому писанию, их автору, комментаторам, ачарям нашим, чтобы они были довольны, и когда они будут довольны нашим настроением преданности, нашему смирению и искренности, они одарят нас милостью, чтобы мы поняли, о чем идет здесь речь. Без любви невозможно понять бхакти. Без любви невозможно понять священные книги, в том числе Шри Чайтанья Чаритамриту. Без любви невозможно понять Шрилу Прабхупаду, Шрилу Кришнадасу Кавирадж Госвами. Без любви невозможно понять обычное живое существо даже. И поэтому без любви невозможно понять бхакти. Мы просто стараемся служить тем, которые обладают этой любовью, чтобы по их милости в нашем сердце в свое время пробудилась любовь, когда они будут довольны нами. Как только истинные любящие Кришну Вайшнавы будут довольны нами, в нашем сердце пробудится любовь по их милости. И мы тогда поймем, о чем идет речь. Харе Кришна. Джай Шрила Прабхупада.